Любые стандартные тренировки могут наскучить. Мы на своей волне. На ногах. Не давай им расслабиться. Можно использовать любые техники борьбы. Он на бок, в другую сторону тянем, видите? Ребят, вы знаете, что я много путешествую? То в Грузии амрестлингом занимаюсь, то в Дубае тяжести поднимаю. Ну и, конечно же, пробежки в пустыне с весом. Скоро до Москвы тоже доберусь. И вот с таким графиком, ну, сложно иметь абонемент в фитнес-зал. Согласитесь. Все дни точно не обходить и зря переплачиваешь за абонемент. Для таких, как я, есть решение. Это приложение GoGym. GoGym сервис дает возможность выбрать любой зал, удобный по расположению и типу активности. Более 400 фитнес-клубов на карте, которые подходят твоему образу жизни, расписанию и, конечно же, бюджету. Ты платишь только за реальное время, проведенное в зале. Цены от 2 рублей за минуту. Ты решаешь, когда заниматься спортом. Ты не привязан к одному месту и виду занятий. В сервисы включены премиальные залы, кроссфит, тренировки со свободными весами, залы для бодибилдинга, функциональный тренинг, уникальные залы, групповые занятия и зоны релакс-спа. А, ребят, теперь как пользоваться приложением? Залетайте на ресепшн, сканируйте QR-код, начинайте тренироваться, суетиться, пампиться, напрягаться, сплетничать, интриги и так далее. Вы платите за реальное нахождение в зале. После, как вы закончили, также на ресепшене сканируйте код и все. А теперь промокод, который дает вам 50% скидки. О, 50. Прописываем промокод GOGA50 и, соответственно, ловим скидку. Короче, ребят, пока качается Серега, подкачивается к лету. Мы сегодня с таким боссом в зале Бинос. Да ну. Покажем сегодня 4 упражнения, 2 которых не стоит делать. Вообще, не стоит. А 2 – это уже рекомендация, уже чисто побаловаться, чисто прокачать тонкости, нюансы и бархатные ручки, пальчики еще тоже. А Кимбос тоже накидает каких-то советов дельных, Химэ Пауэр, что-нибудь в таком духе. Плюс еще где-то посоветует, где-то порекомендует. И еще не забываем, что у Акимбоса есть онлайн-курсы расстояния, движения, блуд-инфо. Чисто как прокачать свои руки-плети до рук лонжеронов. Максон, с чего начнем? С того, что нужно делать или с того, что не нужно? Как вот? Что, у тебя настроение какое? Можем разбавлять. Давай разбавлять. А сейчас, наверное, мы покажем, что не нужно делать, когда приходишь заниматься амрестлингом и хочешь научиться амрестлингу. Сергей сейчас докачается, и мы залетаем. Я думаю, он тоже со стороны посмотрит, такой типа, и начнет тоже так же делать. Видео будет такое рекомендационное, где-то вы что-то попробуете, но не вот эти темы. На данный момент сороковка. Находим центр, наверное, левый. Так, хорошо, давай ее приподнимаем. Стоп, ставим. Находим центр. Ребят, так делать не нужно. Но так как нам хочется побаловаться. Так, чуть-чуть туда. Чуть-чуть, подожди, сюда. Мы на своей волне. Что, пытаемся бороться? Да. Только мне кажется, на тебя вся нагрузка. Я пытаюсь, чтобы она не упала. Держи. Это упражнение специальное, которое не нужно делать, но стабилизаторы будут отличны. Не рекомендуется, но для любителей острых ощущений. Держу. Можно правую еще попробовать. Лови ее. Так не рекомендуется делать, когда первый раз пришел пробовать амрестлинг. Так. Все, на мои руки. Сейчас будет второе упражнение, которое, я бы сказал, прокачивает очень хорошо. Вот это стоит попробовать. Максон тоже одобряет. Сейчас он расскажет. С косичкой мы поработаем. Если нету косички, так называемой, вы берите или пояс, или что еще можно взять? Шнур, канат, все, что имеет. Можете цепь взять. То, что имеет длину, и оно может
спокойно пнуться. Смотрите, у нас есть так называемая косичка. Сейчас попробую я, еще Серегу позову, Стилова. Я пока возьмусь таким хватом и хочу ее попробовать выкручивать. Сейчас поменяю. Давай-ка. А тем более брался еще в таком формате. Давай-ка я попробую. О, пошел. Бля. Давай-ка. Это больше для баловства, но и профилактики. Можно как заминку и разминку использовать. Держу, держу, держу. Главное, чтобы в лицо мне не попало, знаешь, такой снаряд такой. А, ты хочешь так сделать? Ну давай-ка. Почувствовал, а? Я не ту руку поставил. Серега, иди сюда, помоги мне. Давай-ка. Сейчас размотаем. Сейчас размотаем. Ладно, что, помочь-то? Ты прям берешься? Вдвоем будем прям. Да, не-не-не, с ним по одному. Берешься? На одной руке? И борешься, да. Вот. На черном поясе? Давай, 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 до черного пояса. Тяни его, тяни прям. Не давай ему расслабиться. В чем плюс данной темы, пока они там фигней маются? Можно использовать любые техники борьбы, то есть вверх, крюк, бок, можете клюшкой, короче, все возможные, которые вы вдруг знаете, но есть стандарт, это вверх и крюк. Это хорошо отрабатывает, если вам наскучили тренировки, и вам хочется что-то новое внести, и это поможет. И изюминки так называемые. Да. Что, чувствуешь, да, его никак? Чувствую энергию. Я чувствую, как твои руки закисают. Да. Братан. Да, а попробуй с косичкой. Тащи его прям. Вытаскивай. Прям вот так? Да, прям а прямо твою руку. Получается, типа, ну, в свободном, нет, ходили. Да. Ну, как будто борешься, только ты уже с косичкой. Давай, 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 скручивай, скручивай. Ну а кембос использует какие-то вообще уже непонятные движения. Нет, он причем даже не тянет. Ну да. Почти. Ну-ка попробуй чуть потяни на себя. Оп. Что скажешь по этому поводу? Стоящая тема? Да. Вот ребятам, которые... Но со стороны выглядит очень дебильно. Или все наши движения по арму, типа они дебильно выглядят? Арм сам по себе спорт специфический. Нужно любить его специфику. А это, как человек, который занимается армом уже лет 10, любые стандартные тренировки могут наскучить, а это очень хорошее разнообразие. Сейчас будет третье, как не нужно бороться. Это, наверное, второй день, когда ты занимаешься армрестлингом. Это когда Гога Тупурия пришел на армрестлинг и думает, что именно так нужно заниматься. Итак, ребят, как не стоит бороться по арму второй день? Гога, я смотрю, вы напряжены. Я очень напряжен, да. У меня, кстати, артериальное давление почему-то скачет. Как будто притяжение увеличилось. Шейный отдел иногда намекает, но я не могу понять, в чем проблема. Так, ребят, не стоит бороться, но в моем формате я люблю так. Немножко баловства мы показали. Сейчас будет немножко солидных щей. Режим скалолаза будет активирован. Это чисто на работу пальцев. Нежные, хрустящие, чтобы стали более агрессивными, такими твердыми палочками барабанными. Пальцы вещь прекрасная. Зацените. Располагаемся. Обязательно. Ладонь в ладонь, трёмся с партнёром. Ну, мы же не просто так занимаемся армрестлингом, мы
Для чего обычно занимается армрестлингом? Объясни. Ради мужчин. Вот. Так получилось. Лови взгляды. Давай, смотри. Чик. И прям. Можно поиграть, конечно, вот так, кто кого. Но и можно дать давление на пальцы. Я, к примеру, вот этой частью фаланга последней прям вдавливаю. На себя тяну. Немножко пораздергивать можно. Это первое. В армрестлинге очень часто у ребят, у меня тоже бывает, что мне раскрывают пальцы. Когда крупные такие ребятишки, они просто одним движением бац и раскрывают. У Акимбоса я не знаю, как он, но он хорошо прям держит. У меня именно развита статика. Грубо говоря, если можно увидеть, у Гоги они более, и даже я чувствую, они более продавливают, ага, то я продавливать не могу, у меня просто держится статика в одном положении. Я могу просто либо держать, либо падать рукой. Ну да, он прям вот чувствует разницу. Я попробую на себя давить. Тут главное, чтобы ногтей не было больших. Разрыв сейчас будет! Серегу поэксплуатируют. А, иди сюда, иди сюда. Давай к Сергею ты. Давай с Максом, потом со мной. Тяни, 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 тяни. Тяни его, не давай ему расслабиться. Я что-то даже не понимаю. А кого волнует? Ну-ка. Давай, 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 давай. Еще на себя, тяни, на себя. Пальцы хоть у меня сильные. А, Макс он явно не чувствует, он просто... Да он? Типа скала? Это да. Давай, 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 вытягивай. Главная защита в двух пальцах. Ну да, понятно. А теперь другой рукой. На себя еще вытягиваю, на себя прям. Раскрывай ему пальцы, раскрывай. Давай, 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 давай. Вот так. А, ну да, пытайся. Надо или как не надо? Ну, это как побаловаться. Я чисто против всех пальцев и баш. Хорош. Чисто паучья лапа. Чел подошел, типа, ну, по своему формату бороться, смотрите. Такой... Держит, да? Давай вот это поменяем. Я просто непонятно, что это за борьба такая. Это из разряда как не надо делать, но можно попробовать. Давай. Оп. Он на, в другую сторону тянут, видите? Go. Ну самое смешное, он не может стартовать, и мне говорит, типа, стартовый. А вот дай ему нагрузку, дай ему. Ну чисто челик подошел, такой, типа, дай попробуй. Что за обратный армрестлинг? Ну вот тебе, ты же хотел разнообразия, знаешь, типа, когда скучно, короче, в армрестлинге, ты начинаешь такую, типа... Да, да, да. А, чик, чик. My sweating. Эх, скользко оказывается. Скользко, да. Команда! Я не понимаю, что он борется. Не знаю. Ты не давай ему расслабиться, а то они все... Оп. Go. Yeah, go. No, you go. You go. I'm waiting you, but my sweating. Мы не понимаем движения, но сам факт. Чел говорит, типа, вот давайте. Я просто тоже не понимаю, как это все сделать. Но это очень странно, да, Мот? Скользко. Скользко? Может, он скользкий? Он уже спотел 25 раз. Но Максон его кистью пальцами держит. Челик припотел, конечно. Типа, он мне говорит, стартуй. Я такой, типа, ну, блядь, здесь ничего делать не можешь. Thank you. Thank you, bro. Thank you. Thank you. New style of the best. New style, yes. No one you can kick it this one. Мне кажется, это больше такая, знаете, заминка, повеселиться, хихиньки-хахоньки, когда вам с друзьями хочется
просто херней позаниматься, как и мы, ну, как и мы обычно все это делаем, но здесь что-то новое. Типа, у меня никогда тренировочного плана не было, я всегда тренируюсь как-то интуитивно и добавляю что-то новое, чтобы армрестлинг не наскучил. Согласен. Так что, ребят, с вами был Гога Тупуря, Аким Босс. Не забываем также, залетаем в Инстаграм, на Ютуб к Аким Боссу, сплетничаем, общаемся, гагациты прожимаем. Лайк, подписка, комментарий. Ждем вас в комментариях. Всем не прощаемся. Все.